Трафик в городе увеличивается с каждым днем. Если в самый разгар лета на улицах наблюдалось меньше машин, то сейчас люди постепенно возвращаются из отпусков и входят в привычную колею. Результат спешки и невнимательности во время движения – ДТП, констатируют в ГАИ. Их количество за последний месяц заметно увеличилось. Организовываются дополнительные меры для привлечения внимания водителя на дороге. Вы могли видеть эти новые знаки, проекции, которые нарисованы именно на проезжей части, подъезд к пешеходному переходу. При приближении к школам установлено несколько дополнительных лежачих полицейских. Но кроме новой разметки, предупреждающих знаков и вывесок, инспекторы решили пойти в народ, чтобы лично и доходчиво рассказать, о чем не стоит забывать за рулем. Воспитательные беседы коснулись не только водителей, учили и пешеходов. Возьмите листовочку, пожалуйста. Почитайте, только для водителей идет, так и для пешеходов, это все украинские, идет месячник по безопасности дорожного движения. Листовки с самыми элементарными правилами и блиц-опрос. Работники ГАИ решили проэкзаминировать всех участников движения прямо на месте. Юрий Газин шутит, что родился за рулем, о правилах знает все, но лишний раз повторить не против. Ну, такие как рабочие, я вам скажу, не на дорогах не хамеют, а в основном вы знаете, кто хамеет. У кого прав много, тот знает все. Мне хаметить, спешить мне некуда. Пешеходы на самих водителей не жалуются. Уверяют, что культура на дорогах мегаполиса постепенно начала появляться. Хотя, говорят, есть и лихачи, которым зебра и пешеходы на ней еще не повод для остановки. 90% в принципе пропускают. Ну, вы поняли, мажоры, золотая молодежь, вот такие, конечно, пролетают. Такие профилактические акции действуют на водителей положительно, уверены в ГАИ. Но если наглядные пособия, беседы и предупреждения не дают должного результата, у инспекторов есть штрафные санкции, которые влияют на автомобилистов безотказно. 500 ДТП за полгода – это очень много, говорят правоохранители. Поэтому, чтобы контролировать движение и дорогу сделать еще более безопасной, собираются выставлять дополнительные патрули и инспекции. Ольга Шилкина, Алексей Костюк, «Панорама».